Давай, давай, быстрее скидывай. Скидывай на дорогу. Опа, готово. Моя очередь. И я сейчас скину камушком на дорогу. Бежи! Ой, ой-ой-ой, не проехать. Что такое? Что за камни? Завал какой-то. Ой-ой-ой, а как же быть? Ой, что-то здесь стал посреди дороги. Завал, не видишь что ли? Не проехать дальше. Ой-ой-ой-ой, нужно вызывать дорожников, чтобы они убрали скорее этот завал. А то здесь сейчас образуется большая пробка. Пробка не образуется. Дорожные знаки мы поставили. Осталось найти технику, которая сможет убрать эти камни. И как раз она у меня такая есть. Есть у меня трактор, погрузчик. С кузовом. Именно он и сможет убрать нам камни. Наш погрузчик едет за первым камнем. Загружаем. Кузов маленького погрузчика. Первый камень можно отвозить. Отвезем там, где он никому не будет мешать. И вот погрузчик едет уже за следующим камнем. Сейчас мы его погрузим. Готово. Поехали. Вот и все. Видите, как справился мой погрузчик. Теперь мы уберем знаки, и машины смогут проезжать дальше. Главное, еще осталось найти, кто этот завал устроил. Но это уже сделают наши полицейские. Вот такой вот погрузчик помог нам разобрать завал на дороге.